Отправилась я сегодня на шопинг. Без зверенка, зверенок дома. Я в своих модных черных кожаных штанах выгуливаю новую сумку шопер. Жарко, погода поменялась один. Короче, опять жарище несусветное. Я, конечно же, одета не по погоде, потому что в этих штанах жарко, скоро было надевать юбку или шорты, а я, как всегда, но не важно. Сходила на рынок, с покупкой получилось как всегда. Хотела купить одно, но купила кучу всего еще дополнительного. Пришла к выводу, что вот эта сумка лямками очень режет эту плечо, и я носу ее в руках, хотя удобнее на плече носить. Нужно будет делать такую перепонку, чтобы не резала так сильно плечи, и можно будет носить на плече. Короче, вот. Иду красивая, но сварившаяся. Кстати, пока шла с сумкой, все думала, блин, плохо, что я не умею водить. В гараже стоит машина, на данный момент не востребованная, муж на работу не ездит на машине. Была бы сейчас типа такая красивая, вся на машинке, раз-два и дом. А идя по улице, в общем, к выезду, ну, к крупной улице, в общем, пришла к выводу, что, да блин, я бы в пробке стояла. У нас любят делать ремонтные работы сейчас, прямо как бы в час пик, вот 11 утра у нас делают ремонтные работы на дороге. И там такая сумасшедшая пробка. И я порадовалась, что я не на машине, и я там не встряла в этой пробке, потому что тянучка сумасшедшая, ты на 30-40 будешь ехать там буквально 2-3 километра. Зашибись. А, и еще, кстати, мне сейчас надо где-то купить мыльные пузыри. Я обещала ребенку пузыри, в обмен на то, что он остался дома. А я на рынке их не купила. Я забыла, они не попались мне на глаза, я их не купила. Короче, теперь я думаю, где мне сейчас прикупить мыльные пузыри, чтобы он не верил и не обижался на меня, что я оставила его дома. Доброе утро, страна. Начинается новый день. Я выгляжу как панда. И иду на рынок. Нужно закупиться овощами. Звереныша оставила, конечно же, дома. Иду, гуляю, пока еще прохладно на улице. Ты чувствуешь, когда буду идти там назад, будет шрень нереально. У нас опять жарко, опять круто, опять классно. Мне нравится. Все. Пришла домой. Ребенку включила мимишки. Нет, мимишки. А сама сейчас буду, в общем, разбирать покупки, готовить жрачку. Пойдем посмотрим. И в последнее время меня пробило на новое увлечение. В качестве сублимации я теперь рисую комиксы. Такие, знаете, из мамской жизни. То есть вот из своей жизни. Просто из того, что меня волнует, то, что со мной происходит. Не очень далеко до девчонок, которые рисуют комиксы в этом, в Инстаграме. Вот есть, да, целое содружество мамских комиксов. Я не художник, но я так вижу. Кстати, все свои работы я выкладываю у себя в Инстаграме. И с покупками на рынке я сегодня была уже умнее, чем в прошлый раз. Незаменимый атрибут — маска. Я, кстати, больше люблю вот эти вот маски с спандексом медицинские. Они, ну, типа, как бы одноразовые, но с тем, что я хожу в маске там за раз 15-20 минут, я могу позволить себе там 2-3 раза пропарить утюгом, ну, потом уже выбрасывать. Дальше. Помодорки. Сейчас, конечно, цены на помидоры обалденные. Вот эти самые сладкие, самые вкусные. И всего 25 гривен. Ремарка — около 1 бакса за килограмм. Морковка на суп. И что еще? Кабачечо. Потому что у меня тип овощной диетки. Вот это будем тушить или жарить. И это будет
там салатик или просто кусочками. Это на суп. У меня закончилась морковка. В этот раз, кстати, я была умнее. Во-первых, я пошла на рынок, который буквально в 15 минутах ходьбы от дома. Просто я редко там бываю. У него ограниченное время работы. А во-вторых, я не набирала почти 6 килограмм, а взяла, в общем, по чуть-чуть. Тут почти 3, чуть, ну, чуть, чуть меньше 3 килограмм. И, в общем-то, допереть это до дома было гораздо проще. А еще у меня происходит реорганизация пакетов. Я решила сменить систему хранения кульков. То есть, как бы, ну, блин, каждый раз покупать новый пакет жалко, поэтому я решила организовать все эти пакетики, которые у нас есть. Они будут лежать вот в такой вот коробочке. Удобненько. Там ребятенок сзади идет. И вот еще такой большой пакет. Это такие, знаете, вот эти шуршащие кульки, которые, в общем, слышно на пол района. Чего? Сейчас. В общем, их еще нужно реорганизовать. Им систему хранения я не придумала. Ну, скорее всего, тоже будут так вот в коробочке. Две коробочки будут стоять. Будет красивенько, аккуратненько. И место минимально занимает. Сейчас. И на обедик у нас сегодня будет суп с кукурузками. Я обожаю кукурузную муку и все, что из нее готовится. Я, конечно, в основном готовлю из нее банаш или мамалыгу. Но мука скорее идет только на банаш, поэтому я люблю его. Больше, чем мамалыгу. Ну, а сегодня будет супец. Картошечка будет в качестве зажарочки, помидорка и моркошечка. И в качестве дополнительного нажористого элемента будет кукурузная мука. Картошку почистить, мелко порезать. Моркошку почистить, потереть на терочке. Помидорчик я сниму шкурку и тоже порежу где-то половинку меленько. И потом добавлю в качестве завершающего заваривающего этапа кукурузную муку. И будет вкусненько. А еще у меня появилась новая подружка. Швейная машина. Зингер. Tradition 2263. Была у меня старая, я помню, показывала чайка. 132М. И вот теперь я эволюционировала до Зингера. Я как-то о нем расскажу. Я уже так более или менее ее освоила, в общем-то. И познакомилась поближе с ее многими функциями. Короче, я безумно довольна этой машиной швейной. И как-то о ней расскажу, о ее функциях, о том, как она работает, в общем. И о моих впечатлениях. Это достаточно старая модель, она простая, как 5 копеек, но очень крутая, мне очень нравится. Вот такая вот красота мне пришла вчера. Мне приходится включать на камеры свет, потому что, блин, она уже не снимает. Кулирка. Так, хлопочек. Такая штучка. Резиночка. Один. Йозовая. С фистончиком. Резиночка 2. Коричневая с еще большим фистончиком. Бретель. Ну, кстати, бретель крутая. В принципе, ее можно использовать и как резиночку. Застебушки. И фурнитурка вот такая вот. Я чуть-чуть совсем заказала. А самое главное, это вот здесь, на дне. Это кружево. Такое вот крутое кружево. Одно вот такое вот лиловенькое. Честно говоря, я думала, оно будет чуть-чуть темнее, но оно такое вот совсем светлое. Вот как есть на камере, так оно и передается. Вот с такими цветочками. Следующее кружево. Такое вот ярко-розовое. Оно такое больше к лососевому оттенку, наверное. Ну, очень красиво, с такими милыми цветочками. Но все на такое нежное-нежное на ощупь. И вот такое вот коричнево-шоколадное кружево. Быть самое такое, самое фактурное. То есть вот у него фактура и рисунок самый-самый яркий, самый-самый выразительный из всех кружев, которые я заказала. В общем, будем отшивать бельишко. Я как-то в последнее время со своей швейной машинкой новой увлеклась этим делом. Отработала выкройки и теперь уже буду отшивать так, как положено. А за всю вот эту прелесть я хочу сказать огромное спасибо сайту и интернет-магазину Brabox.
Как приятно закончить день. Получить самую милую в мире тканюшку с розовыми фламинго. Такие вот фламингушки с темно-синими полосочкой и с птичками. Еще к ним закажу себе вот такую же розовую беечку, яркую. И это будет отлично. Мама довольна.